Привет, это Reborn. У Мармока вышел новый видосян, называется «Острая боль». Counter-Strike 2, насколько я понимаю. Чё ему там кто-то в жопу прилетел? Давайте посмотрим, здесь будет что-то интересненькое. Поехали. Опа! Он там есть? Опа! Ну выходи, я ж тебя видел. Ну вот, а ты всё боялся получить поебал. Опа! Действительно, блядь, пуля прилетает, боялся. Не понял, кто моего брата обидел? Получил по заслугам. Это наша бомба. Мы скидывались на нее всей террористической семьей. Такой, блядь, объявляем сбор на сбор. Ой, сбор на... Что? Сбор на сбор, да. Ну, вы поняли. Никто, никто ради добычи этой бомбы в нашей семье не сидел, сложа руки. Особенно сестра. Только в тюрьме. Ей сидеть было больно. Бедная сестра. Алло, доставка КТшника на дом, да, одного нам, пожалуйста, спасибо. Шорт! Я его уже слышу, капец, он топчется, как бегемот. Знаете, настроение пошалить в этом дыму у меня появилось, не могу себя перебороть. Вот. Хуёнг. Промазал. Ты, по-моему, перепутал. Не надо. Дай мне еще один шанс. Охуенно. Отошли нахуй, бомбарда! Бомбарда Максима. Нихера себе, мужики. Вы давно должны были освоить, что ходить по банану за ручку опасно. Ну ёк-макарёк, блядь. Выходи, подлюга, назад время не перемотаешь. Я тебя уже слышал, как бы ты того не... Что? Извини, звонок со второй... Ну я, скорее всего, так же бы играл, как тот челик. По линии, я его сбросил, не будем отвлекаться. Если ты думаешь, что у меня память как у селедки. О, да. Фига себе, переместился, блин. Ну, начало неплохое. Подождите. Охуенно начало. Меня, мальчики, я тоже команда. Шумный какой, заселился. Тапочки, купи себе по-братски, что ли, громко, блин. Это лютый андеграунд, пацаны. Real shit, йоу, я с молодежью на одной руке. Нахуя я? Вот это... Я бы не среагировал. Это эхолокаторы помнят юность, блядь. Я не понимаю, о чем можно... Что там у нас? ...можно говорить, а при таком счете, зачем нахрен им нужна сейчас пауза? Блин, мужчинки, ну вот, это пытка, нам это... Дайте нам тут проиграть 4 раунда осталось. Катка, дальше. Не может же просто так достаться, да? Нужно щелкать, бля. Чик-бам-чик-бам-бам-бам-чик-бам-бам-бам. Давайте, пацаны, веселей. Кто щелкает со мной, тот тоже гей. А чего они ждут-то? Да так просто в рифму вышло, ну. Ёптая, долбанный мид всех убил. Ладно, денег нету, но я сейчас куплю эту штуку и засуну её. Ёж, ты прям насквозь вышла. Влазь, говно! Хули пялишь, я тебе что, радуга на... Ой, ты смотри, какие они наглые. Пошли отсюда! Твои хорош! Я чувствую уверенность. Я хочу эмку. Теперь только агрессия. Мне дали по лицу быстрее, чем я договорил это слово. Это кто? К нам в гости на мид без спроса пришел. Опа. Нога. Затанцевал. Что такое? Больно в ноге. Вот поэтому и танцует. Наверное, ну бывает. Ай, больно в ноге. Как здесь тихо? Не шуми так сильно. Тихий час. Ты что, всех перебудить собрал? Ну вот, пожалуйста, хорошо, пришлось укладывать по новой. Нам нужно закрыть вопросик. Дорогой, так. Ты где? Дорогой, вопросик надо закрыть. Деньги найди, и тогда закроешь. Может, сейчас мне повезет. Нет, не повезло. Сука. Не ёбутся. I'm fine, guys. I just wanna die, блядь. А вот так мне нравится. Бабок жопой жуй. Можно даже 5-7 еще купить. Блин, фиолетовый хуй молчит, без пушки стоит. Нахрен. Где лапа? Where is my what, guys? Where is my AWP?
AWP. Он забор перелетел. Я что, его утилизировал? Вот. Вот. Киловатт, блять, я АВП пошел. Я хочу бежать, банан. Кто со мной, тот хулиган. Не может быть, чтобы тут никого не было. Вы посмотрите, какой плотный, широкий дым, как двухкомнатная квартира. Нащупал. Тысячи... Нащупал. Беспорядочно стреляет. Нащупал. Кратно извиняюсь, но это дым шел под расселение. Бля, пацаны, поддержите шторку, пока я тут комбинейшн химичу. Банан, значит, банан. Сейчас организуем фотовспышку. Патрон под мышку. Ну и дым тоже... Щелки. Вы думаете, вас не вы... Наш двоих. Что ли? Я уже авторитет тут в таких вопросах. Страшно или нет, но нужно уже начинать брать раунды. Угу. Как бы давно пора. Не, страшно, все-таки страшно. Ладно, я сделаю фейк. Все, мы побежали назад в конуру нюхать жопы друг друга, а придем в следующем раунде. И сейчас проиграю, да? О, побежал, сломя голову. Не хочу. Верни, сука, я все прощу, пацану, да? Пацан повелся, он просто филигран. Нихуя не повелся, да? Да, хорош! Ах ты ж пес смердячий, моя же тактика меня контришь. Твоя мать, ну горит и горит огонь. Не стоим, как на шашлыках майских. Нам нужно раскид организовать, пока время есть. Взял, хупнул туда банку. Бляха. Периодически забываю, в какую игру я играю. Ладно, пошли так. Не-не-не, я в эти игры туманные устал играть. Что там у нас? Мини-босс образовался, мужики, осторожно, а там босс с пулеметом. Блин, осторожнее. Он просто стреляет в одну точку и все. Стивен Сигал, говорю, босс там. Ладно, педалируй. Так и знал, что предатель захочет мне хрен в спину воткнуть. Охуеть, стены тонкие стали. Охренеть, реально, блин, через стену завалил. Тигай, Стивен, ща бабахнет. Блин, Стивен не досягал. Он не досягал, зато ты за него пересягал. Как будто бы уже блевать тянет от инферно. Чё там, фоткаются вспышка, это плохо, брат. Теперь кожа жирная. Кожа жирная. Меня тоже. Нет, кожа жирная, типа она и так жирная, просто вспышка помогает. Это у меня и глаза красные будут. Мид, гайз, я плохо позирую. Уйди! Бомб, хорош. I got bomb. Ну я же знаю, что ты там. Давай время друг другу сэкономим. Спасибо за понимание. Красиво. Опа, нахера, ни хрена. Опа, обманочка. Вообще хорош троих. Закружил, ребят. Не зря ебашил танго в школе. Во имя всех святых богов, карта нюк подарите на живой в кои-то веки. Бог любит троицу. Возможно, это... Нет, ты там не стесняйся. Ты так как раз вовремя. Да. Вот и подарил он тебе троицу. Это за боссаный ободок стопудово даю слово грешника, блять. Пацаны, я с вами в одном поле срать не буду, если мы это не дотащим. Не раскисаем. Берем, раскидываем. Не бузи на пулю погрязи. Что там в окне? Человек. В окне стрельба старой собаки. Так, но пацана надо выкурить, иначе вырастет гангстер. Мясо готово. Опа. Блин, этого жалко даже, как-то он так стоял, будто давно в фрустрации ожидал свою смерть. Что тут у нас? Ха! Ты мне в правое ухо не шуми, красиво. Оно у меня помоложе левого и слышит лучше. Бля, всех завалил, что ли? Боже, это один из тех эйсов, которым даже гордиться не хочется. Почему? По-моему, красиво все было. Но если только ради вас. Спасибо, хотя бы ты. Мурмок, можешь вместо меня на А стать? Могу. А ты на А где играла, если не секрет? Балкон. Хорошо. Говно вопрос. Шумите под балконом. Получайте пизды. Кстати, в следующем раунде я буду с автоматом. Не советую больше сюда идти. Вот мыши, нагадили все. Предупредил, да? Не беспокойте меня, я в ресурсе. Сука, ладно, тише едешь, хуй доедешь. Так что давайте вернемся к тому, с чего начали. Пошел вон. И в жопу ваши дуэльные ритуалы. Мне еще-то говно после вас отдирать, блядь. Где? Говно? Они на него как бы тоже сбор организовывали, поэтому давай-ка не надо. Сверху, где уходит? Снаружи. Все, понимание сформировалось. Мишень образовалась. Это мой нож, ребята, можете за меня пора.
Да, блядь, четвертый раз уже! Как же тебе не везет? Так, но то, что отправил по мне на Б никто не ходит, это, конечно, обидно. Но, да, как говорится, раз гора не идет к Магомеду, ну, Магомед пойдет к горе. Значит, Магомед пойдет давать пилот. Да. Ты погляди, какой штиль, а. Обалдеть. Я считаю, это непростительное допущение. Вот где мужчинки развлекаются. Эй, вы чё в гости не заглядывали? Заглянули. Гаденыш и невоспитанный ты, наш манер. Слышу тебя. Жду вас в следующем раунде. Тоже, блядь, красиво, вообще хорош. На Б, суки, там и поговорим об этом недоразумении. Врываемся, мужчинки, без какого-либо сожаления и угрызений совести, что там кто-то есть. Дайте ему по-отцовски мячик кину. Красава словил. Ему больно, мне приятно, все довольны. Я по всем точкам интереса прошелся, никого не видел. Ладно, останусь в опсах, мне один гештальтик закрыть надо. Ну вот, один остался. Ну, пожалуйста. Сейчас от гештальтика закрою, да? Мне сегодня и кошки дорогу не перебегали. И жену я сегодня поцеловал. Не по просьбе, а по собственной инициативе. Не надо доставать нож! Пожалуйста! Наконец-то ему повезло! Охуенный ролик. Всем спасибо за просмотр, здесь был грёбаный Мармок в очередной раз. Ну, кстати, я давненько этого не делал, на самом деле. Хочу напомнить вам про свой GTA RP-сервер, ссылка есть в описании. Залетайте, проводите время в свое удовольствие. Ну, а я на этом с вами прощаюсь, здесь был грёбаный Мармок и КС2. Увидимся в следующем видео, пока. Лекс! Ланти спаун, гайз. Хуя. Он уже на миду. Don't pick me it, guys. Просто ждите. Very, por favor. Just kill. Зачем красиво. Just kill, если можно сделать just double kill? А что такое? А чё это оружие? У меня, конечно, есть калаш уже, но от этой эмки, мне кажется, пахнет фрагами. Я, пожалуй, её возьму. Нихуя, вот так она и пахла, блин. Слушай, прям, реально. Запах такой пёр. Видос, как обычно, шикарно получился у Мармока. Огромное ему спасибо за поднятое настроение. Надеюсь, я вам его поднял свои реакции. Если это так, то лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.